Или грим. Скажу. У них, короче, на Vexer, блять, профиси. У них тяжелые шипы, нам надо каблуки присядем. Ну давай присядем, уж здесь рядом, около дома. А у меня там нет. Плюс Керис, нихера себе, они научились воевать. Охереть. У них есть Керис. Мы можем все говно мелкое отстрелить. Наверное, так и сделаем. Хотя нет, они, по-моему, без бонуса. А, стойте на гите тут. Выставляем бонус. Окей, вы собрались? О, блядь, тут целый боб. Да, собрались. Ну, не боб. Прикиньте, они летают сетапами. Охереть! Учтите, что у них есть пилигрим, ближе как километров к нему. Вы все собрались? Да-да. Да. Окей, походите, папайте на АY4. Куда? На АY24 в ноль. Бонус оставь на позиции. Окей, проходите по Y. Не стойте. Бонус поднят? Поднимаю. Окей, прижимаемся. Скажи, когда бонус будет. Прижимаемся. Так. Бонус поднят. Кто еще не в Y? Я не в Y. А хули? В смысле, я в Y на гейте, да. Извини. Хотел. Окей, походите в Y. В тутек? Тут в тутек, да. Окей, и поехали на... Разгон МХ-9. Разгон МХ-9. Варпаем в ноль на МХ-9. Проходим МХ-9. Проходим. Так, я отхожу, потому что у меня еще дроны были. Я удампин. А вайнпоинтом будет... Пока стоите в койке.
Едьте за гейт. Сделайте от них километров 70. Дронов отстреливайте им, медиум дронов. Едьте, не стойте. Медиум дронов отстреливайте и становитесь в разгон, когда, по-моему, пошел дамаг. Иначе вас альфанут. Так, я прошел по мне. Я в гите застрял. Окей. Окей, подходим потихоньку к ним. Осторожненько. С левой стороны к ним подходим. Вон, к Дэнни Давидову. Киньте дрона на Дэнни Давидову. Я сейчас попытаюсь его запоинтить. Окей, Дэнни Давидов праймари. Черт, на мне дамп. Керрис, нужно, короче, у них срезать Керриса. Так, на меня пошли дроны, я отхожу. Окей, Акуатару, нафига ты так близко к ним топишь? Что вот так близко, я не понимаю, топите-то к ним. Отойдите подальше. На мне дамп. Сейчас надо выцелить это. Блять, сейчас. Надо выцелить у них Керриса. Я ушел в реварп. Вы пока оттягиваетесь от них, если они на вас кидают дронов. Сейчас я верну. Кита же в реварп. Понарился. Так, возвращаюсь. О, их начали блобить. Поехали на них. Вот этот раптор убейте. Поехали на них. Киньте дрона на раптор, ваши дроны его сгорят. Поехали в сторону солнца, попробуем выцепить у них Керриса. Окей, стилет-то убейте. Окей, попробуйте кинуть дронов на Керриса. Сразу, как только это получится. Это очень важно. Керрис нам всю жизнь портит. Топитесь с Керрис и киньте. Осторожно, Валькирии за вами. Это за мной. Я в дампе тоже. Окей, оттягивайся. Сейчас я кину на Керрис скребок. Есть поинт на нем, сейчас будет скребок. Есть на нем скребок, убиваем Керриса. Только быстрее, блять, убивайте. Потому что меня сейчас снесет раптор. Окей, Керрис сдох. Следующий раптор Тони Старк. Давайте по нему. Работаем по нему. Раптор убивайте. Окей, давайте дамаг по Дэнни Давидову на гиле. Вот видишь, они все собрались на одном месте. А, чё, вы сможете раптора выцепить или как? Так, я тварь сгорел.
МВД-х. Убивайте тогда раптера. Сейчас. Так, есть... Я отвал на пол в структуре. Окей, отлично. Я свободен. Так, давайте на раптор едем. Сейчас я попытаюсь его заскрипковать. Есть скребок на рапторе. Давайте его. Быстрее, быстрее, быстрее. У него очень большой ДПС. Давайте, 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 убивайте. А потом будет стилет, у него стилет едет. Окей, работайте по стилету. Окей, отлично. Теперь гила вот эта ближайшая. Сейчас я пытаюсь на нее кинуть поинт, и будем работать по ней. По весач ауси. Бонусов нет, блядь. А, ну да, бонусов же нет. На кого вернуться можно? На любого. 50. Окей, я его держу. Сейчас я буду отходить. У меня дроновки. Я его пока держу. Я лопнул немного. Не понял ничего. Окей. Чего ты? Убили меня. А, окей. Сейчас я откинусь. На меня сейчас пилигрим. Пока вот этого весача, работайте по нему. Блин, что за фигня, починиться не могу, ё-моё. Работаем по весач. Вам ничего не угрожает, так что можете стрелять. Так, на меня дроны пошли, я сейчас, наверное, буду уходить. Поинт на него кто-нибудь сможет перехватить? А, ну окей, сейчас его. Point, no. Кого мы потеряли? Пилотеру. Окей. Сраный у вас. О, да. Чё, альфа 0 дроны? Ну, я пока гонял интеров, я очень близко оказался к гире. Там меня тормознули немного. И всё.